или перехватывает. Мы передаем, ну, не то, что перехватывает, а берет, продолжает. Наш труд, который мы начали, он продолжает дальше. Слава Богу за это. Дорогие радиослушатели, вот наше время уже как-то быстро бежит. И еще раз хочу напомнить телефон служителя, который здесь есть. 916-256-6094. Вы можете пригласить свою церковь. Они еще немножко будут, по-моему, неделю и полтора. И я хотел бы, чтобы мы отозвались, знаете, когда нам Господь дает это здесь, чтобы мы тоже, может быть, какую-то вложили лепту вот в этот кирпичик или в эту досочку там, где и там, чтобы было, и сказать: Господь, благослови, чтобы там еще люди получили твою вот помощь, твое благословение. Андрей, прежде всего вам спасибо, что вы нас вот не забыли, и вы к нас, нам пришли, привели. Да. Понимаешь, Вячеслав, я вот сижу и вот твои слова повторяю. Представь, Литва, Вильнюс столица, русскоязычная церковь, и туда идут литовцы, поляки. И они не только хотят супчика покушать, они еще и слово послушают. Пусть идут в другую церковь. Но они идут в церковь к Богу, и народ Божий возрастает. Это ж предел любой евангелизации. Это просто желать большего. Это уже будет преизбыток. Это ж прекраснейшая ситуация. И сегодня у нас есть возможность в этой евангелизации поучаствовать. Вот сегодня, реально сейчас, пожалуйста, набирай телефон и участвуй. Вот тебе. И Бог пожнет. Что посеет человек, то пожнет. 256-60-94. Пожалуйста, мы также приглашаем нашу церковь посетить. Мы тоже хотим поучаствовать в какой-то доле тоже в этом построении. Это воскресенье, если сможете, мы будем рады. И другие, я верю, что церкви, наверное, каждая церковь, которая у нас здесь есть, кто нас слушает, будут рады чем-то вам помочь и помолиться вместе. Пастор, заканчивая, я хочу все-таки вас поблагодарить, что вы стоите в таком нелегком городе. Может быть, это, но когда Господь вас с вами, и это есть хорошо. Я хочу, чтобы вы в конце передачи сейчас помолились. Просто благословили наших славян, где мы тоже хотим, где мы несем свое определенное служение. Дай нам, Боже, быть ближе к Тебе. Пожалуйста. Да, помолимся, потому что на узком пути мы все идем. Узость наша одна. Здесь, в Америке, тоже люди идут узким путем. Господь дорогой, мы благодарим Тебя за интеррадио, за брата, который ведет, за всех сотрудников этого радио, за церковь, которая финансирует, за церковь, которая предоставляет помещение, за всех, кто жертвует на это служение. Во имя Иисуса мы призываем благословение, обилие, устройство, талантливых людей, которые могли участвовать, поддерживать, и чтобы это служение было совершенным и громким для каждого человека. Мы именем Иисуса благословляем этот труд и в руки Божьи предаем его и радуемся за успех и плод этого служения во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь.